Всем привет! И с вами снова наш подкаст «Выйди, та!» зайди нормально!» Ура! И с вами Диана и Даша. Привет! И сегодня у нас в гостях Андрей Щегель. Доброго дня, шановные слухачи! Я рад! Вы настоящие счастливчики, что в ваших ушках сейчас звучит вот это класс, это правда, это правда. Как правильно. вы уже догадались, э, Андрей это такой, э, скажем, я тебя уже боюсь называть стендапером, потому что ты уже вышел. Я тоже боюсь, потому что ты уже вышел, типа как это, ну еще не зашел нормально, но вышел вроде из сферы стендапа, поэтому ну расскажи просто кто ты. Я Андрей Щегель, украинский стендап-комедиант, гений стендап-комедии. Грустный тип. Автор проекта Сракадупа. Один из участников подкаста Дупа, Гениального тоже: Открытый гей. С кольцом на пальце. Все. Ну, мы все прячемся. Таки да, таки да. Ничего, просто тип. Как многие из нас. Но я тебе скажу секретик. У меня есть друзья, которые говорили. Шегеля зовите, шегеля. Класс. Вот его кто, надо звать. Кто эти друзья? <связываю> сейчас мы скажем ты меня не... по фамилии, <связываю> Смотри, у нас есть постоянная рубрика в подкасте, она называется «Совместная шняга с гостем». Угу. Ты у нас юморист в любом случае, как бы ни крутили бы это слово. Поэтому самое основное, что тебе сейчас нужно сделать, это придумать Шут. гениальную шутку с фразой «Выйди и зайди нормально». Так, я первый комедиант у вас на подкасте, да? Да. И последний. Гениальная шутка с фразой «Выйди и зайди нормально». Встретились немец и еврей. Кто там еще вообще? Не, у тебя очень... Ну, я бы не назвал это олдскульное. Я бы назвал это хуевое представление вообще о приколах. Ам, не думайте, что на меня давит обстановка. Для меня это тоже, знаете, творческое скитание сейчас. Я такой, блядь, к чему бы подвязаться? Творческое скитание твоих извилин, прости. К месту, к вам, к фразе, к актуальным событиям. Типа миллион всяких идей. Суть. В том, какую цель я преследую. И цель не э, рассмешить вас, а типа сделать красиво. И это очень тяжелая и неподъемная задача. И я сейчас сижу и думаю так, блядь, красиво вообще для кого? Для меня, для вас, для потенциального слушателя. Вот так вот я в тему зашел. Да. да? Пожалуй, выйду и зайду нормально. Но сейчас будет, давай, турбо-турбо-версия нашей музыки. Можешь, пожалуйста, рассказать что такое вообще стендап, как он работает. Все имеют стереотип, что это просто какая-то сфера, где люди выходят на сцену, шутят без какого-то сценария, берут людей из зала, говорят там, поднимите руки, короче. Ну, в общем, что-то такое. Все плюс-минус представляют себе, как это иногда покупают билетики, ходят, э, смеются, но мне кажется, эта тема реально глубже, и можешь, пожалуйста, рассказать для тех, кто даже себе, может, думает туда пойти. Значит, классический стендап – это просто сольное выступление. Желательно комедийное. В остальном, что это такое? Это, значит, шаманский обряд, где все его участники преследуют какие-то свои цели. А какие – это уже ситуативно. Вы меня можете спросить про конкретный концерт, и вам отвечу. Давай, на 14 февраля. Э, я ничего не делал на 14 февраля. Ну, очень часто делают, типа... Во, собирают. я делал 8 марта с Владиком. Да. Это мы сидели с Владом 4 или 3 марта. Я говорю, Владик, какого хуя мы ничего не делаем 8 марта? Это же 8 марта. Все ебаные роботы покупают билеты, чтобы куда-то сводить свою телку. Чем мы сидим, ничего не делаем. Владик такой, дись, но что мы сидим, ничего не робим. Всем куда-то треба сводить свою шмару. Я быстро звоню брату, говорю, Олежка, делай нам афишу. Владик звонит в Дом кино, забивает Дом кино. Представляете, какая это ебнутая вообще э, движуха украинская. 8 марта все своих шмар ведут куда-то, а Дом кино на 670 мест свободный. Это, блядь, ну, вы, вы, наверное, не понимаете, в чем моего возмущения. Но это прям какая-то хуйня. 8 марта я должен звонить, блядь, в ангары, сука, Антонова. Говорить, у вас там есть, где стулья поставить? И они такие, не, у нас уже стендап, блядь, уикенд. Новая организация. В итоге мы за два дня нарешали, как, куда продавать билеты. Типа, афиши, места. Включили продажу. За три дня продали 350 билетов заработали бабок, рассказали людям приколы и классно повайбили. Там была наша аудитория, там были случайные люди, которые привезли своих пес, потому что 8 марта надо куда-то сходить. Мы с Владиком зарабатывали деньги и самоутверждались. Люди в зале кайфовали от общения с нами, потому что они нас ебать как любят. Вот, кстати, ты говоришь, ебать, как любят, и вот меня, друзья, говорят, зовите говорят. Можешь сказать, в чем вообще этот твой секрет, эта с... формула? Почему тебе, почему? Вас ну любят? смотри, тебе лучше спросить у друзей, почему они меня любят. Но э, почему меня любят остальные? Ну, потому что я для них охуенный. Они как-то интуитивно Сходим. просто чувствуют связь, доверие, симпатию, любовь. И объяснить это никак невозможно. О чем ты шутишь? Какие основные темы, которые ты понимаешь в своих стендапах? Я отталкиваюсь не от тематики, а от того, с чем мне интересно и приятно работать. Что бы я мог сделать красиво и как бы я мог сделать красиво. Кого бы я мог зацепить, что бы я мог делать интересно и все. У меня темы все, блядь, все. Вот, от доставки воды и до сексизма, расизма, неравное общество. Ты говоришь сексизм, расизм и вся это остальное. Ну, скажем так, для людей это до сих пор смешно? Нет, так смешно все, что сделать смешным. Можно же взять любую тему, красиво ее оформить, и это будет смешным. Тут очень много факторов, влияющих на то, типа, смешно тебе в конце или нет. И надо разбираться ситуативно. Я исхожу из того, что стендап это мое ремесло, это тоже искусство. И мне не важно, типа, что рисовать, важна техника и впис вписывание этого всего в контекст какой-то, мой личный. Чтобы у меня внутри все было упорядочено и понятно. Чтобы я мог рассказывать это тем, кому это не нравится, и положить хуй на то, что им не нравится. Потому что осознавать, что я это делаю понятно, э серьезно, красиво и ко мне не доебаться. Если ты не мразь, который, ну, типа, только бы претензии предъявить артисту, вот так. Можно можна зарабатывать стендапом? Можно. Если ты не дебил, можно всем зарабатывать. Правда? Вопрос бабок – мое улюбленное вопрос, конечно. А дедок? А? А дедок? Да. Это до чему вопрос? Сколько я зарабатываю? Не. ти хочеш на самом деле... Це питання для того, щоб наша аудиторія могла зрозуміти, чи, чи це можливо. Тому що часто дивляться на різні види мистецтва і думають, ну це може бути тільки хобі. Я люблю, не знаю, там писати картини, але як я буду цим заробляти? Я люблю жартувати жарти, я смішний. Але як я буду цим заробляти? Це може бути тільки хобі. Я буду працювати якусь фултайм роботу, а по вечорах ходити на, на якісь стендапи. Да. От чи можливо перейти в це повністю? Дівчатка, Нікіта, шановні слухачі, ще раз повторюсь: якщо ти не дебіл, всім можна заробляти гроші. Якщо тобі пощастило, всім можна заробляти гроші. А може тобі навіть і не треба заробляти гроші? може на тебе суспільство давить? Може, ти хочеш собі в гараж малювати картини і їсти один хліб? Ну так що тепер? Це до чого? це. Ну, інколи мої інтонації будуть нагадувати якісь, якусь пред'яву. Звучить але ні. <рес> Що <рес> ти зайобав. <рес> <та гибався? рес> але ні. Ну, це питання ні, ні, ні до чого, воно нерелевантне. Куди його всунуть? Це питання того, чи є тобі, що їсти, бля, чи знімати хату, чи поздуватися і назад на батьківщину в Полтавську область. Не знаю, роби, як тобі комфортно. Да, Я заробляю бабки стендапом. Я можу заробити дуже багато грошей стендапом, але це треба зайобуватися. Я не люблю зайобуватися. Мені треба 200 доларів, щоб прожити в місяць. Все. Прикольно, а у тебе ну, може, є якісь спонсорші? Спонсоршип? Ні. Ну, ти говорив, що є у вас Патреон. У нас є Patreon, Патреон, але це у Сракадупи. Поки що вона не приносить стільки грошей, щоб я міг нічого не робити, не робити концерти і жити лише з донатів вона зараз приносить гроші для того, щоб затягнути влада і Гора Романенко в ярмо е... спільної справи. Фашизму. <laughs> <Що я? кхм> Взять, не можна робити серйозні справи, не будучи нікому винним бабки. Це проблема подпольного, і це то, що я намагаюся зробити зі сракадупою, втягнути їх в боргове ярмо. <laughs> Бо тільки тоді ви мотивовані, тільки тоді ви креативно е, приймаєте рішення, тільки тоді ви щось робите. Кстати, у тебя есть это, когда ты знаешь, что у тебя деньги заканчиваются, такое, надо напрячь извилины, больше більше написати і то впилиться. Тебя мотивують деньги? Uh, мене мотивують гроші, але от я в останньому тріпі uh, наркотичному з Денисом Думаю і просто утвердився в тому, що ну, коли гроші треба, дійсно, вони знаходяться. Ти просто аналізуєш все своє нетривале життя і розумієш, що бабак йобам. Просто на що вони тобі треба. На що вони тобі треба? Більше ні на що. А тобі на що? Що? <плес> на що тобі потрібні гроші? Так ну вже ні на що. Вже на то, щоб їсти. Вже на те, щоб їсти і платити комуналку. От що. Все. І то, знаєте, з комуналкою. <плес> Ви ж знаєте, які борги у нас по комуналці. можна просто не платити. Да. Ну, Конституція забороняє виселяти людину з житла. Все. Блин, ну перед нами юрист сертифицированный, если Друзья, как всегда у нас, нам же час переименовать наш подкаст с «Выйдите за нормально. на «Вчились на юриста і не и не работаем юристами». Перед нами снова юрист, мы тут все вместе учились на юрфате. Даже танка. Никита учился. Никита? Нет. А где ты учился, Никита? Я говорила только, что ты учился, а где? Мы не знаем. Где <laughs> ты учился? где учился. Я учился в КПИ uh -huh. на менеджера каллиграфических предприятий. Вау! Uh -huh. wow. uh -huh. Теперь Никита делает офигенную музыку <coughs> и офигенный звук. Спасибо, Никита! <плес> Никита лучший! Спасибо тебе большое за твою работу! <плес> Я честно помню э, эти юрфак времена, когда... Команда наша, юрфака с нашим сокурсником тоже, Владик с тобой играл. С подарок? Нет, Владик не до. Такие высокие ходы. А, все, вспомнил. Она обычно дерево Симпатичный парень. стоял. Да, и голос у него такой низкий, такой приятный, глубокий, такой, да? точно помню грудину. Я точно помню этим Влад привит. Владик, Темка тебе. Напиши я точно мне. помню эти моменты, когда э, нам говорили условно там, короче, надо пойти поддержать нашу команду. И у нас очень часто такое было, что мы вышли в актовый зал. А кто это вам смотрели. говорил? Эм... Владик. <смех> <смех> ну, честно, я даже не помню, но точно помню, что много выступлений мы ходили, смотрели. И у тебя там часто были главные роли. Я правильно понимаю, что тебя, в принципе, вообще сфера юмора ну, как бы втаскивала всегда? Так, значит. Когда это началось? Это началось на Еруфате с КВК, или раньше, или пізніше? Трохи системную ответ дам. Значит, меня на самом деле всегда привлекала э, типа эйфория, кайф, чтобы тебя перло, чтобы ты не спал счастливый там, вот такой вот комедия, юморок начался в детстве еще, когда ты просто используя что-то или добиваясь, делая что-то смешное, добивался внимания. И внимание приносило тебе эту эйфорию. В университете было то же самое тебя пригласили в КВН, который ты когда-то смотрел и любил, и тебе, у тебя получалось привлекать внимание и получать это удовольствие путем типа эксплуатации комедии. <coughs> в университете этого внимания стало очень много. То есть ты, по сути, удовлетворился, и внимание тебя впирать перестало. И ты влюбился, и тебя начало впирать соперничество. Ты просто как попаянный долбоеб пишешь миниатюры, какие-то шутки, отдаешься, кайфуешь, и, ну, красный, потный, э, те кайфово. Э, а дальше точно так же. Ты устаешь от КВН, а идешь в стендап, он начинает тебя переть. Тебя заканчивает переть стендап, или ты понимаешь, тебе больше не придет стендап. И ты выходишь и доходишь до мысли, что ты всегда стремился не к комедии или написанию шутки, а к вниманию, а до внимания еще к чему-то. Типа, какая цель всего, что ты делаешь. И ты понимаешь, что упираешься в нихуя, и сейчас думаешь, что еще тебя будет переть. Но что-то, за что не надо платить барыги. Что будет заставлять тебя отдавать все силы? Поэтому нет ответа на вопрос, когда это началось, что я этим занимаюсь. Вот, такая вот, вот такую линию я выстроил сейчас. Такое исследование. У меня сейчас дохуя времени, чтобы заглянуть внутрь себя и своей биографии и сделать какие-то выводы, отчасти неутешительные. Потому что ты приходишь к выводу, что это бесконечная, блядь, карусель из размышлений. Тупо фрактал из размышлений, где ты приходишь к одной и той же мысли, начинаешь ее заново, ты думаешь, что эгоцентричная хуила. Потом думаешь, так подождите, я же, я же проживаю свою жизнь. Типа мой мир щегелецентричный. В чем тут проблема? Его важно утрясти. Я в конфликте с миром. Потом ты думаешь, блядь, а что я в конфликте с миром? Ну, э, надо любить мир, а это исключает любовь к себе. А потом ты уж, блядь, да нет. И ты вот так вот по этой мысли пиздуешь, пока тебе кто-то не скажет, не знаю, помой посуду, сидяги. Но э, что самое важное, значит, жить в спокойствии, контролировать ситуацию и бороться со страстями. Можно давайте разбираться? Какой вопрос был? <свят> Извините. <свят> а, а Навище контролировать ситуацию? <свят> Потому что это весело. Потому что это интересно. Чтобы ты меньше уповал на судьбу. Или жаловался на судьбу. Вот так. Это тебя оправдывает, это тебе что-то гарантирует. Вот зачем контролировать ситуацию. Дисциплина помогает тебе быть счастливым. І я зрозумів, що я мав на увазі, коли я казав про контроль ситуації, Що це робити все свідомо, то я не прагну нічого контролювати, бо це вже робило мене нещасним. Коли ти намагаєшся щось контролювати, у тебе не виходить, і через те, що у тебе не виходить, ти нещасний. Коли ти відпускаєш ситуацію, просто серфиш по хвилям життя, це теж якийсь контроль, бо це свідоме рішення. І ти знаєш, коли його підтянуть, а коли його ще відпустить. Оце і є контроль, коли ти. ну, выкупаешь, что бывает. Очень четко отстреливаешь, э, счастлив ты или несчастлив. Если э, отвечаешь себе, что несчастлив, то копаешь и сразу вообще, не задумываясь, откидываешь то, что тебе делает несчастлив. Я не сказал бы. Однозначно счастье – это в моей жизни определяющая категория. И что такое счастье? Это какое-то спокойствие, умиротворение, ну и все, что из этого следует. Если что-то меня делает несчастным, я это анализирую и в последнее время привожу, прихожу к выводу, что как минимум на данном этапе моей жизни э, счастье – это выдох после заеба. Сечете, что происходит? Вот такой вот цикл. Ты сначала несчастен или, или тебе тяжело, чтобы потом стало охуенно. Потому что самые мощные моменты, типа Самая дикая эйфория у меня была после, например, выпуска из лицея. Когда ты там... Ну, я был в ментовском лицее. У нас была там форма, мы жили в кубриках там всяких. И, и это было ужасно. И это было ужасно помимо того, что было физически тяжело, меня еще и, типа, бычила рота, потому что я был старшиной, и я требовал дисциплины от, от лицеистов и понятно, что такого чувака будут не любить. И когда это закончилось, это было что-то невообразимое. Потом было то же самое. Ну, короче, и так постоянно. Ты берешь на себя заеб, справляешься, и какое-то время после того, как ты справился с заебом, ты удовлетворен и полон. Это будет очень жесткая депрессивная мысль, но, блядь, жизнь нихуя не стоит. Она, она не стоит, чтобы ее жить. Счете? Просто у нас нет выбора, мы тут уже появились. И если серьезно и жестко к ней как-то относиться, то можно и ебнуться. К чему я это говорю? К тому, что конечность жизни, как э, фокус, очень расслабляющая штука. И ну ты можешь в любой момент выпилиться. Счете, это не грустная мысль. Ты можешь просто эту хуйню закончить все нормально. Чувак, <с hacer> возьми кредит под флоп, выведи бабки, отдай матери и повесь на нахуй на Южном мосту. Я думаю, мы это вырежем. Че это вы это вырежете? То, люди, люди ваш подкаст слушают ответы ищут, нахуй им впервые, впервые в жизни ответ дали какой-то. Я просто себе представила, как переходят по ссылочке с Хэппи Банды или с какие-то учителя и такие. я І на сторінку реєстрації ФОПу насправді дуже я думаю слушна думка. Я буквально пару днів тому про це говорила з друзями, що важливо пам'ятати, що ми всі помремо. Це єдиний факт, який ми знаємо про наші життя і. Що ну ми, звісно, не знаємо, що там є до життя або після нього, але в мене враження, що я не просила тут опинитись. Е, от да, я тут просто а, опинилась і а значить, У мене ніяких обов'язків ну не може бути да. по відношенню до цього всього. Да, І якщо в мене є там лімітований час тут, я точно знаю, що я помру. Це коли закінчиться, е, то я можу проводити цей час так, як я собі захочу. Типу, я нікому нічого не винна. Ну, головне, не нашкодить, да, всі, да, да, звісно, всім, хто звісно, дуже да. серйозно ставиться до цього стартапу. І відповідно, типу, я можу проводити цей час так, як хочу, і насправді розуміючи, що ми просто купа якихось маленьких людішок, які літають на камені в просторі нічого, і наше життя насправді нічого не варте, і ніякої великої великої місії, депевне, нема. То ми цю місію можемо придумувати собі самі або не придумувати просто прикольно проводити час. Ем, просто робити те, що не подобається. От мені подобається робити подкаст, мені подобається піздіти тут з вами. Тепо, а мені подобається роблю. їсти. О, бля, я бажаю їсти. Що, на самом деле, я хотіла Ви тут куштували добавити. фету в новусі? Вибачте, що я тебе перебив? Ні. <рес> фету в новусі. Елада, фета, що там на. ну її важать просто і тобі дають. Спробуємо. Да, зайдіть, якщо у вас немає новуса, поїдьте в новус. <рес> Что у вас нема вашего новостного? <laughs> Купить новостное. Возьмите. Это какая то Да, смотри, у меня была такая мысль, и я хотела очень добавить, что э, дофига людей, э, кто нас слушает, очень сильно... Ну, я тоже тут матернусь, типа, заебаются. <гас> Ого, <свят> сейчас врываются европейцы, кажут, все, блядь, бабки назад отдавай, это, наверное, сказала он. Выебывается она тут. <свят> 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 <Да>. <свят> Смотри, они очень сильно э -э, входят в этом мыслительном круговороте так, а я на том месте или не на том месте? Mm -hmm. Я занимаюсь тем, чем мне нравится, или не занимаюсь тем, не чем нравится? Для чего И... я это все делаю? Да, значит, в той компании я или не в той компании. И вот эти все вот, вот эти вот мысли, ну, реально, я тебе хочу сказать спасибо, Андрей, потому что ты как раз условно на это все говоришь, типа, ну, короче, все, типа, хватит об этом думать. То, что я кажу, нияк не сделать життя слухача краще, чем хуже. Это штука, ну, это факт. выключ... выключено досвид. Типу, У мене була можливість переконатись, що ну, я маю право так думати, як я думаю. Бо я чогось досягав, десь втрачав, десь втрачав, знов повертав, і це було досягнення. Я, типу, абсолютно розумію, що в мене все заїбісь, що я не бот. Я вийшов з матриці, а люди просто, я не знаю, може їм не вистачає впевненості, може на них щось давить, може. Місце, в якому вони опинились, їм важко на цьому місці реалізуватись для того, щоб всі визнали їх, назвемо це самодостатніми, і щоб вони вже почали думати не про те, на якому вони місці, як їм бути щасливими чи багатими, чи як досягати цілей, чи виходить і заходить нормально. А ну, навіщо все? І який їх сенс життя? На чому їх життєва філософія взагалі ґрунтується? Бо оце є контроль типу, впорядкувати все своє мислення, своє життя блять, коротше, що там, вибачте. На чому ґрунтується твоя філософія? На тому, щоб бути щасливим, спокійним і усвідомлювати, що я роблю, як навіщо. Ты нон-стопно шутишь? Ну, условно, тебе что-то говорят, и ты отшучиваешься. Такое mm, есть? Нет. Когда-то такое было, просто потому что это очень полезный социальный навык. Ты сразу красавчик. С тобой буквально хотят ебаться. И мужчины, и женщины, потому что ты смешной. Но когда, ты, когда это твоя профессия, когда ты присытился шутками, ты понимаешь, что такое шутка. И это типа наименее достойная хуйня. Это просто... Это просто ха-ха. И все. Еще такое жарт. Что такое жарт. Есть много визначений. Дивись. Есть такая штука, как як... Comedy Club, например. Жарт в Comedy Club это це... це то, про что мы все домовились. Понимаете, про что я говорю? Они говорят жарт, І для мене він настільки передбачуваний, і для всіх він настільки передбачуваний, що ми всі просто домовились, що блондинка тупа, і це смішно. В даному випадку це жарт. Е, є ще жарт, менш передбачуваний, коли треба щось викупати. І в цьому випадку жарт це скоріше протиріччя, а протиріччя це дисонанс. Значить, жарт це якийсь дисонанс. Отакий. Я правильно понимаю, есть типа условно, ты, ты делаешь такую градацию: есть тупой юмор и умный юмор. Ситуативно. Mm. Дуже юридично виповеди. ситуативно. <laughs> ну, конечно, так а как я могу ответить иначе? Да, есть тупой юмор. Просто э, мне надо будет строить систему под этот ответ, а не анализировать систему. Понимаешь, да, есть тупой юмор. Э, вот я сейчас вспомню тупую шутку. Одноногий кузнечик прыгает вправо. Ну да, блядь. Ну да. Это тупой прикол. Колобок повесился. Тоже тупой прикол. А фоп открыл? Не тупой прикол. Ты умно пошутила. Да, ты большая умничка. Да вообще молодец. Ну, по ней видно, что она... Так. Еще говорят плоский юмор. Что такое плоский юмор? Слишком понятный, наверное. Я не знаю, надо спрашивать у того, кто этой категории пользуется. Ну, ты ж типа эксперт, вот мы тебя и пытаем. Хорошо. Часто после концерта, например, какого-то комика или меня, ко мне может подойти кто-то, пусть это будет молодой мужчина 30 лет, и сказать, что было довольно плоско. Это значит, что он, ну, э, тема, которую я поднимал, чувствует и видит намного шире, чем я. И типа, ну, мой прикол был, ну, не удовлетворил его потребности, широту его души и миропонимания. Вот это, наверное, для него плоский. А для меня это возможно, просто хуйня. Я забивал время, блядь. или деньги хотел заработать. Ну что? Э, а может быть, а может быть, то намного глубже. Может быть, мой прикол был шире, чем его душа и миропонимание, и он что-то не понял. Ну, короче, для каждого человека э, да, разные. Бля, мне я не могу находить ответы на, на, на твои вопросы. Сейчас у меня будет вопрос: а фан-клуб у тебя есть? Я, нет, наверное, есть. Понятно, что есть. Да, есть люди, которые меня любят. Конечно. Фан-клуб. Ну, два человека это клуб. Нет. Не. Не. Три, три за клуб. Три. Все, Е. Я на тры. Жена. Жена. Владик до которого что ли? гни любит меня. Я думаю, да. Ну, прокунайся. Полинка в Минске. Ох, это моя лапочка-бусинка. Полинка в Минске. Это девочка, которая. Она... Полинка была, блядь, на больших вечеринках в Минске, чем я там был, при том, что я работал в клубе. Это девочка, которая постоянно покупает билет на первый ряд и вот так сидит, показывает тебе сердечко. Вот так. А иногда ты не на сцене, а ты сидишь тоже в зале, но где-то сбоку. И тут выступает комик, а она в сторону тебе вот так сердечко через весь зал показывает. Это такой, Полинка, Полинка, все, блядь, смотри на сцену. Фан-клуб конечно, конечно, мы корифанимся, ага, okay, ну, мы друзья. Okay, okay. Подождите, не, блядь, вот, я вам сейчас включу. Вот, вот как звучит любовь. Андрюша, приветик, слушай, это, что хочу сказать тебе. Мне нужна, короче, маечка с дупа. если можешь, сделай мне, пожалуйста, и маску там, пульс шестьдесят. Якщо что, я тобі денежку переведу на карточку. Это, то есть, ну, без питання. Тобто, ти знаєш, долгу не в Не расскажи про Мінськ. Що за Минск? Що ти там робив? Ох, це найкраще місце в світі. Це було найце був найщасливіший час мого життя, бо я Ну, я тріпував як сучара. Просто це був тупо півторарічний тріп. Е, є такий комік і організатор стендап вечірок Діма Наришкін. Е, зараз йому 34 чи 35. Е, він білорус, він з Бобруйська, але живе вже давно в Мінську. Він вже давно організовує стендап вечірки, на них е, виступає. Це для нього справа життя, це для нього єдиний шлях реалізації, ледве не єдиний. Це для нього терапія, бо він алкаш е, був. А зараз вже давно ні, і це він красавчик. Він е, привозив коміків ще давно, ще років п'ять, може, ну там блядь, давно він возив просто коміків, щоб розбавляти мінську тусовку. І Максим Коновал порадив йому привезти мене в мінськ. Я приїхав тоді в Мінськ, і це був один з найкращих виступів, типу, для глядачів, які його бачили. Ну вони роз'єбали, вони просто кричали. Це Таке рідко буває, коли ви входите в якийсь резонанс з публікою, і буквально люди кричать. У нас це називається в колі нашого спілкування, а коло нашого спілкування це я єдине з дума. ірпенський прецедент, коли людина не може сміяти, Вона просто орєт, блядь. І я після цього приїздив ще десь три рази виступати в Мінськ хвилин по 40. І потім одного разу Дімка Наришкін зателефонував мені і каже: я хочу відкрити стендап-клуб, чи приїхав би ти працювати? І я кажу, та, звісно, бо на той момент э, для мене це звучало, знаєте, як ще одна э, сумнівна, сумнівний стартап мого коріша, на який треба сказати, да, 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 а потім э, просто перечекати момент, коли у нього пройде. І через пару місяців він такий, все, я відкриваю клуб в липні, я приїжджаю за тобою. І я такий «бля, ого, хорош, добре. Сповістив дружину, <хи> вона трохи прихуєла. Я приїхав. А? Вона поїхала. Вона поїхала зі мною. Е, спочатку Дімка, Дімка зняв мені хату, е, Дімка платив мені зарплату. Через місяць до мене приїхала дружина. звільнилась з роботи тут. Знайшла нормальну роботу в мінську, за яку їй платили більше грошей за той же об'єм. Ну і ми насолоджувалися всім, що відбувається, у неї чудесна робота. Нові завдання, бо на неї звалили методичну роботу як на, на досвідченого працівника. Це чудесне, місто, місто, місто вічливих людей, чисте, це нова культура буквально, бо це, знаєте, ну, русський мір. Е, найкращий прояв руського міру дає цар. Де країна утилітарна, вони все всі про це домовились з усіма плюшками, які з цього випливають, і з усіма мінусами, які мене не торкались ніяк, бо я просто турист. Клуб. Де ти виступаєш постійно, виступаєш часто, у тебе змінюється аудиторія, є твоя аудиторія, ти маєш доводить, що ти красавчик своїм колегам, глядачу, це твоє місце. Ви буквально його обставляєте самі щось килим, блядь, якісь зробили щось, десь домовились. Дімка щось там привіз, ви щось сретеся, то й ні. Ви подорожуєте країною, ви вивчаєте знайомитися з цими людьми, ти пишеш там сольники, ти не знаю. П'єш е, алкоголь з друзями, ти їдеш в автотур корішем, наркотики повживай з чуваками, знаєте, в новій компанії, з, в новому місці, е, як знакова подія, це, ну, неймовірні умови. От що я думав, про що я думав останній раз? Що ми. Це якась доволі шизофренічна думка, але. Ну, от зараз ми з вами сидимо в студії, спілкуємося. І ми всі знаємо, що ми на Шота Роставелі, що там десь Київ, життя. У мене там вдома дружина, я живу там-то, у мене є якась задача, ще завтра те, що прилітає. Але, ну, типу, точно. Плів, в мене пісні питання. Точно? так. <buckets câ shows> да. А що буде якщо я просто зараз блядь, ну, встану і попиздую? Ну, що зміниться в моєму житті? Нічого, я зміню обстановку. Я чітко розумію, що, типу, е, ну, основа мого світу е, мого життя це, типу, бути щасливим і спокійним. Е, щастя, це е, відчуття в моменті і в, от, в ситуації зараз. І я от чітко відчував, що переїхавши з Києва в Мінськ, нічого не змінилось буквально. Я відчуваю себе набагато краще, бо у мене, типу, тріп. Але я відчу... ну, там інші люди, але та сама енергія. Типу. От у мене був в житті там. розумієте, що, блять, типу, моя перша дружина це, по суті, моя друга дружина. Просто інша оболонка для тих самих почуттів. Е, Свят Загайкевич, який робив Підпільний тут, це Дімка Наришкін, який відкрив клуб там. Типу, ніхуя не змінюється. І все. І зараз я приймаю те, що я опинився тут, в місті, яке мені менше подобається, але з набором чогось іншого, що мене може, бути, може робити щасливим або розважати. Е, наприклад, прийняти Київ тож челендж тож зайоб. Який с часом зробить тебе счастливым. Ну, это беспроигрышная ситуация. Ты просто э, жонглируешь обставинами, чтобы наебать реальность и кайфануть. Просто дешевый хайп, як фем, блядь. Вот что-то такое. Блин, очень прикольно. Ну, я, я просто так, типа, думаю... Ну, это все о принятии получается. Нет, это все папайка и шизофрения. Да, Слушай, ну ти ж деле какой-то по факту прирожденный ведущий, что ли. Ну ты сказал, что ни корпоративы, ни свадьбы, ничего, это все, типа, не твоє. Да, для меня це взайоб, а я не звик брати на себе зайоб. Вот что. Або я звик, щоб зайоб падав на мене, або я починав до чого ставитися як, як до зайобу і вже з ним справлявся. Але взяти на себе зайоб у вигляді корпората, це треба, ну не знаю. Я на таких е, рівнях складності не граю поки. І наша тоді там ведучий. Що там робить Е, Ну, це ціла культура. Взагалі, все, що навколо офісу, це дуже-дуже багата і незвична культура. Вона мені просто чужа. Ведучий, там як шаман. Як чувак, який дає тобі айхуаску. Просто він дає тобі, між тостами. Не, он кажет, коли тост. Вот что, типа, это шаман. Он вводит тебе в алкотранс, чтобы ты на наступный день сказал, ах, мы так вчера <со -х> накидались, да, чтобы офис этой хуйней жил еще неделю. Угу. Месяц. Или месяц. Смотри, как вы отбухали. Это очень интересная культура, конечно. Ну, просто мне такой не нравится. Слушай, а у меня был вопрос. Ты сказал, что офисная штука вообще не твоя. Ты пробовал когда-то? Ти працював в офісі? Звісно. Бежу... Що це було? Розкажи. От Юрфакт був офіс на юриспруденція автомобілі. Я ще коли навчався в університеті, працював в банку. VAB банк такий був, який потім луснув. Ми там стипендії отримували через VAB банк, не пам'ятаєте? У мене приват був. Була, у мене же приват був. Приват. А, <соць> Спочатку я працював в uh, soft Collection. Софт soft колекшн це типи, які дзвонять і кажуть, віддайте бабки. А потім я працював в Лігал Колекшн, де ти uh, пишеш позови стопку, відправляєш і їдеш в суд, де тобі кажуть, погоджуйтесь, ти кажеш, да, і їдеш назад в офіс, і цей цикл кожного дня повторюється. Я знаю, що таке офісна робота. Я знаю, про що я кажу. Uh, це uh, теж цікавий шлях, просто не мій. То есть тебе было интересно, ты отлавливался в моменте, что тебе что-то нравится, что-то не нравится. Нет, тогда мне вообще не было интересно. Это интересно мне было и счастливо я был на работе, когда, например, ехал в Когорлык в командировку. Потому мне что сказали, там было мне сказали. Мне сказали, ты едешь в суд в Когорлык. И я такой: хуя себе! Я командир... Мне, блядь, 20 лет, а я в командировку, е... я еду на автобусе в другой город по работе, ебать. Я приехал на автовокзал, взял билетик, чтобы мне потом вернули бабки за проезд, поехал в Кагарлык, посмотрел Кагарлык, успел на заседание, там меня встретил судья в мантии в резиновых тапках, спросил, чего вы сгоден, я сказал, я сгоден, он сказал, иди в коридор, чекай это решение, я почекал решение, мне помечница вынесла решение, я поехал назад и ну я типа прикоснулся к, к... культуре с е... ебанутейшими ритуалами. Сечете? Вот вот так это происходит. Ну что это за сценарий? Типа просто прикиньте, что это скетч из сериала. Это что за хуйня вообще была? Что это ты? Ага. Андрій, хто такі боти? Боти? Угу. Це питання до чого? Це питання до тебе. Дуже образливо. Так, ну в контексті, в якому я сказав, це скоріше людина, яка, знаєш, поневолі десь опинилась, просто життєві обставини, закинули її кудись. І її все влаштовує. Вона не страждає, не щаслива, сприймає життя, як вона є, не задається питаннями. Просто, при... ну, блядь, насправді це ахуєнно. Це оце бути справжньою людиною. Це класно. Просто е, у мене чомусь, я це ще, мабуть, для себе не пояснив. Якщо так робить більшість, я так робити не хочу. Пічому? Ти що, революціонер? Я не революціонер, просто не знаю, може, мізантроп? Ні. Ну, типа, я не люблю фестивали музыкальные. Я понимаю, что это супервайб, живая музыка, группа. А для меня фестиваль – это, типа, 600 людей навколо тебя, блядь. И музыка намного хуевейшая, чем в AirBots. Тогда это очень странно слышать человека, который, типа, выходит на... 350. 600. Ну, я ж з той сторони. Так, да, от я ж про, я про це подумала, хотіла зараз сказати, що ти ж з іншої сторони. Коли навколо нього 350 людей, він на сцені, і вся увага на нього. Да. А коли фестиваль, то він серед цих 600, 600 людей, 600, господи. От, і слухає щось. Окей. Okay. Так тебе прет, то що ти на сцені, і всі тебе кайфують. Uh, Коли-то мене очень жорстко перло, очень сильно перло і. Мен до сих пор нравиться этот кайф, этот вид кайфа. Но я за ним більше не стремлюсь. Вот, Як би я это назвал. А чи важливо для тебе, хто ця аудиторія, яка до тебе прийшла? А, чи це твоя аудиторія, яка не знаю, розумна, яка розуміє, Я переконую себе, що не важливо. Однозначно, Однозначно важливо, бо я переживаю. Я переживаю, бо я. Дуже відчуваю аудиторію. І розумію, що скоріше вона робить вечірку, ніж я. Мені важливо це, якщо я е, прагну до якоїсь мети. Наприклад, якщо я хочу зняти концерт, мені важливо, щоб аудиторія була визначена. Щоб це була аудиторія, яка ще не чула цих жартів. А якщо концерт такий, що не треба бути особливо в контексті, то краще, щоб ця аудиторія мене не знала. Якщо є якась мета, то важливо. Якщо мети нема, то ні. Як це нема мети? Як це нема мети, якщо вона не важлива? Ну, мета, яка не обов'язкова, рахуй нема мети. Я би це так назвав. Наприклад, я хочу заробити бабок. Оце, ну, оце ніякої мети. Оце я просто їду кудись і виступаю, і мені похуй, що там було, і як там було. Вот, например, последний раз я выступал в Кропивницком. Мне написал Ярик Ярошевский, каже: приїдь выступ, сколько стоит. Я, я такий, ну, я бы захотел от стики. Он каже, стільки немає, є стики. Я такий, да похуй. Ну, типа, я сижу без дела в Украине. И у меня сейчас дуже сложный период, бо я вышел из супер тріпа. трипа. У меня сейчас будет такая, блядь, эндорфиновая яма, йобане. Поехал в Кропивницкий. Їду на автобусі, дивлюсь собі, Ютубчик, класно, приїхав, там щось люди зібрались. Я знаю, що в мене буде генерар, хто там зібрався, не знаю. Імпровізувати не сильно хочу. У мене є шуття є. Навали поїхав собі, клас. Оце, оце нема мети. Да. Нема мети виступу. Є мета поїхати в Кропивницький, бо там Ярік Яршевський, який мій коріш, бо там бабушка Лануські. її треба судочки повернути. Ми всі кайфуємо. Ми всі живемо, щоб. чтобы утримать кайф. Слушай, у меня был такой вопрос. Я не знаю, можешь ли ты какой-то совет дать, но э, есть люди, которые хорошо шутят, они знают, что это их условно конек какой-то. Горбунок. И... Конек-горбунок, да. И, не знаю, там... Да, да, да. <laughs> да Если эти люди классно шутят и знают, что это их как вот условно там визитная, я уже исправилась визитная карточка и в общем вопрос, как им понять, что они могут условно все бросить и уйти в стендап, или это не оно, или ну это вот типа не должно быть их какой-то работы. <laughs> так, ну я бы ответил так. Якщо це питання розраховане на людину, яка зараз слухає цей подкаст і чекає якогось сигнала. Іди і виступай. І зроби. Ти створений для цього. Ти найсмішніший. В тебе все вийде, ми в тебе віримо. Почекай. Треба ще закріпити чимось приємним. Зараз буде СМР е цього, блядь. Давай допоможемо. Бабки, дьолки, або бацики. Будеш їздити по світу і реалізуєшся. А потім зрозумієш, що це. Ладно, нет, це обов'язково це жарт по якому. Дякую. Спасибо за відповідь. І вам дякую за запитання. А можна іншу відповідь? Іншу відповідь. Значить. Просто слідуй своїм бажанням і вривайся в двіж. Ну, змінюй обстановку. Люди, які тебе оточують, не будуть тебе оточувати завжди. І ти лише обираєш, коли це закінчиться. Якщо у тебе класно виходить, іди жартуй, спробуй пожартувати. Якщо кайфанув, то е, визначся, де ти на спектрі від. один выступ на открытом микрофоне до профессиональный стендап-комедианта. И, потому что это разная работа будет. Иди. Блин, ну ты говоришь профессиональный стендап-комедиант. Угу. Я так понимаю, что это разный уровень, опять-таки, ответственности какой-то. Ты уже знаешь, что у тебя есть обязательства, ты уже там, я не знаю, условно... Как я тебе написала, ты говоришь, типа, я за любой движ. То есть ты уже... По факту, ну, вот ты за любой движ. А тут человек, если, например, впишется в какой-то стендап, не знаю, не сможет нагенерить шуток, то тут уже, ты понимаешь, там уже яма какая-то. Опять же, не понимаю, чем этот вопрос. Человек врывается в стендап, и у него не получается. Ну, музы нету, например. Ну, что в этом плохого или что хорошего? Он дома не сидел. Сейчас, мы, мы о чем? Легче разбирать конкретный пример. Если это гипотетическая ситуация, где девочка или мальчик слушает сейчас этот подкаст, ей мама и сотрудники говорили, что он или она очень смешной смешная, думает: пойду на открытый микрофон, сейчас садится, пишет шутки, регистрируется на открытый микрофон, приходит, ложает как сучка, и грустная или грустный едет домой э, плакать в подушку. Это же было охуенное приключение. Ну, если она или он этого не понимает, то поймет в будущем, бля, да ей будет о чем с друзьями поболтать. Как бы это ужасно и глупо и осуждающе не звучало, ебать детей кому-то тоже классно. Просто за это очень хуевые последствия, и ну, для всех, и для участников этого, и типа для всех, кто в Фейсбуке будет комментарии об этом писать. Вот, блядь, что. И мне повезло то, что мое кайфажорство абсолютно безобидное и общественно нейтральное. Окей, ты говоришь часто про то, что ты дрипуешь. Это тебе как-то помогает справляться с, не знаю, вот этими твоими осмыслениями того, что жизнь сложная или что-то такое? Да, да, сто процентов. Это у меня есть друг из Минска. Это он мне эту категорию, так сказать, подарил. Чувак вырос без отца, тяжелая жизнь, он играл на автоматах, в, в, причем в юности еще и бухал, и наркотики жрал, и до сих пор может. И тем не менее это человек, который в глазах всех, кто его окружает, и не знает о том, что типа это вот такой человек выше среднего. То есть он он молодец, он красавчик, потому что у него есть работа, он постоянно зарабатывает бабки, у него их достаточно, у него есть машина, он сварил себе беседку сам счете ну то есть это рукастый прикольный ответственный чувак любящий свою семью и вот этого мне наверное не хватало для того ну для какого-то это очень важный элемент пазла когда ты э, заглядываешь в личность и думаешь так теперь рассмотрим все что я знаю о жизни на примере этого типа что такое зависимости? Что такое страсти, как с ними справляться? Ты узнаешь о жизни то, чего тебе никогда не рассказывали: что я когда-то прочитал статью о том, что можно жить с героиновой зависимостью. Я не помню, где на каком-то ресурс... ресурсе российском, где девочка писала, что да, я просто работаю. Вот у меня там, не знаю, я войти работаю, просто мне надо раз в денечек шернуться героином, потому что я уже на этой хуйне сижу. Я тогда. Бля, меня аж, не знаю, э э... я же вышел из матри Типа дохуя чего в жизни ты вообще не знаешь, что вот так можно. И тебе постоянно кто-то что-то рассказывал, что вот так нельзя или это плохо. И тут ты сначала читаешь про девочку, что она сидит на героине и у нее все нормально в жизни. И тут ты знакомишься с чуваком, который, у которого все супер в жизни. И он любит еще и вот так вот кайфануть. Он любит угар лютый. И в этом нет ничего плохо, плохого. Он не нарушает ничьи интересы не портит жизнь, здоровье людям и ну он общественно важный элемент, он работает, платит налоги и все такое. И это его категория, что каждый трепует по-своему и ну так оно и есть. Это был была моя возможность расслабить очко, послушав его. Мы часто здесь говорим на подкасте про какое-то выгорание эмоциональное и профессиональное. И насколько вообще это один из методов, как он тебе помогает, если у тебя такое существует? Да, есть, конечно. Значит, э, у меня раньше это было кратковременно. Мне казалось, что я чувствую, э, как я перехожу на новый уровень, как у меня типа отношения строятся с комедией. Вот я написал прикол, потом два прикола, потом десять приколов, потом бит написал там. Э и потом у меня есть какой-то застой, он может быть непродолжительный, но когда он проходит, я пишу с новой силой и на каком-то новом для себя уровне. И все как в РПГ. Типа, чем... Чтобы достичь нового уровня, тебе надо намного больше времени и опыта. И переход на новый уровень занимает больше времени. И сейчас... Э я вот задавался, я просто э, сажусь за документ, например, что-то написать. Сначала я делал это с ебейшей страстью. Треповал, пиздец. Садился за документ, мог нахуярить 15 минут за 3 минуты, блядь, на одном дыхании. Просто печатал, думал, и даже запоминать не надо было, и рассказывал людям, и все усыкались. Я думал, как охуенно. Потом это начало перерастать в то, что я написал, и то, что я написал, я справился с работой, и мне охуенно. Типа я справился с заебом. чуде как развиваются отношения к любимому делу. И потом это очень старый кайф типа достигать цели. Я просто начал ставить себе цель. Как, например, последний раз в Минске я уже понимал, что надо уезжать, и думаю, сделаю концерт для всех, кто почтил меня. И напишу его быстренько. Сделал неслыханное два неслыханное это концерт, который я пишу за месяц. Просто сажу, ну, даже не за месяц. Я сажусь. Пишу его две недели, учу неделю, одну неделю шароеблюсь в сумме и выступаю перед людьми. Я просто поставил себе задачу, сел и справился с ней. И сделал охуенный концерт, и заработал денег, и счастлив. Сейчас же я сажусь за документ, и мне просто хочется... Бля, я могу делать все, что... Угодно. Я могу вагон разгрузить, лишь бы, сука, меня не заебывали э, этим текстом и вот этим вот повторением этого цикла, достижением цели или выступлением э, смешной... Э, смешное что-то там. А, вот тут у меня вопрос. Это выгорание... Это переход на новый уровень, это скоро закончится. Это особенности локдауна, потому что я не выступаю, я не в движении. А когда я не в стендапе, я как будто рыба без воды. Я типа либо засох где-то в песке до, следующего, до следующей повини, либо умер. И сейчас я прихожу к выводу, что мне надо просто подождать. Мне есть как кайфажорить сейчас. Uh, у меня есть время вот это вот все подумать, вот это вот погрузиться, приехать к вам, вывалить эту всю хуйню на вас и уехать удовлетворенным, потому что наконец-то кто-то меня что-то... Сп... А для меня вопрос это просто триггер, блядь. Ну, типа, ты можешь спросить, как дела, если меня действительно слушают, или у нас вот эта штука, я могу пиздеть сколько угодно, потому что... Ну, <coughs> это твое дело. Почему? Да. Uh, и к тому я подвожу, что я ездил вот с Дэном Думой в Полтаву, к нему на родину, в Великий Солонцы э, Новосанжарского района Полтавской области. И мы с ним так болтали, и я что-то почувствовал, как будто, как будто пришло время менять все. Э, стендап больше не прет. А если меня прет достижение целей, то я могу это сделать где-то еще. А может быть и не делать. Жизнь подкидывает тебе, чем заниматься. Как бы ты мог сейчас дать пораду себе на початку своего профессионального шляху? Что бы ты себе сказал? Фух. Э, да ничего не сказал бы. Ну, типа... Классный путь. Классный путь, э, и... Я не хочу, чтобы в этой вселенной на него что-то повлияло и изменило его. Вот и все. Вы, во-первых, молодцы, потому что, ну, вы должны понимать, что вы затеяли охуенный движ. Блин, все что. Вы представляете, как много людей делают подкасты, и как немного людей делают подкасты. Суть не в подкасте. Вам тут, блядь, вы такие молодцы. Спасибо. Я вам благодарен, что вы меня позвали. Я очень рад познакомиться. Наконец-то, поближе. Никита. И я, я очень благодарен за то, что вы удовлетворили мое самолюбие и дали поболтать, потому что, знаешь, никто не хочет, чтобы ты вне рамках подкаста выливал свои ебаные размышления на него. Лонгриды гриды в фейсбуке, да? Да, да, да. У меня вчера была такая тщетная попытка. Идем мы с из магаза домой, и я говорю, Лануська... Почему-то стремишься, и она какую-то хуйню пизданула, просто отшутиться. Я такой, я понял, все просто завалил, ебало. Не лезу. Ну, если вам интересно, я потом отреагировал: типа, ну нахуя ты отшучиваешься? И она сказала: Ну ладно, 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 ладно. Меня спросил, к чему я стремлюсь. Я стремлюсь, чтобы у нас все было хорошо. Были деньги чтобы мы вкусненько кушали, и чтобы мама побыстрее приехала. Охуенно. Сто процентов. А ты? А ты? К чему я стремлюсь? Хух, ну, больше ни к чему. Больше ни к чему. Наверное, к тому, чтобы... Да не, ни к чему. Ну, станет хуже, я все поправлю. Станет лучше, будет охуенно. Може, просто ти сильно умний. А сильно умний. <рес> <рес> Ні, я думаю, це не воно. Сто <рес> <рес> 100% не воно. Друзі, на цьому все. Дякуємо вам за увагу, за те, що нас слухали. Ем... Почуємося. В наступних випусках. Спасибо, Андрій. Ставте нам зірочки і пишіть відгуки. Особливо цікаво, що вам буде сказати на це. Слава нації!